Характеристика Насти в сказке «Кладовая солнца» Михаила Пришвина. Одной из главных героинь в сказке Михаила Пришвина «Кладовая солнца» является Настя, сиротка и сестра Митраши. Личико у нее солнечное, осыпано веснушками, носик задран. Девочке всего 12 лет, но она заботливая, добрая. Автор называет ее очень ласково. Несмотря на свой небольшой возраст, ей пришлось многому научиться. Она самостоятельно заботится о брате и быстро повзрослела. Настя и Митраша рано остались одни, родители их умерли, а сиротам пришлось взять на себя заботу по хозяйству. Настя старается во всем опекать брата, вести себя с ним как взрослая, чем-то напоминает их покойную матушку. Порой Митраша сердится на свою сестру, однако они быстро мирятся, ведь ближе и роднее друг друга у них никого нет. Детям было сложно привыкнуть все делать самостоятельно, без взрослой помощи в доме. Но со временем они привыкли. Настя стала полноправной хозяйкой, как взрослая. Рано вставала, ухаживала и следила за стадом, готовила еду для себя и брата, топила печь, работала до самой ночи. Она более спокойная и рассудительная, чем младший брат Митраша. В конце произведения они идут на поиски ягод, каждый сам по своей дороге. Из-за того, что с братом чуть было не случилось несчастье, а Насти не было рядом, она увлеклась сбором ягод, девочке становится стыдно. Она не могла ему помочь. На выручку прибежала собака, Травка, и спасла мальчика. Полную корзину собранной клюквы Настя дарит детям, эвакуированным из Ленинграда. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.